Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Анастасия Владыкина, и в этом видео мы разберем, как добавить в презе изображение. У меня есть готовая презентация, и давайте на примере нее и рассмотрим. Итак, у меня здесь уже вставлены некоторые изображения. Давайте я удалю несколько, как будто бы их и не было. Выделяю, нажимаю Delete. Итак, для того, чтобы добавить изображение, нажимаю Insert. Далее Image. Я буду добавлять изображение с компьютера, потому что у меня уже есть набор обработанных изображений, подготовленных специально для презентации. Нажимаю Select Files. И ищу на своем компьютере, где они у меня находятся. Так, мы удалили это изображение, поэтому я его выбираю. Оно у меня в формате PNG, то есть в презентацию без проблем добавится. Нажимаю «Открыть». Итак, сейчас его необходимо немножко уменьшить. Оно у нас уже выделено, поэтому зажимаем правый угол для того, чтобы уменьшить изображение. Либо можно нажимать «плюс» и «минус». Итак, еще немножечко уменьшим и слегка подвинем. Все, отлично, изображение добавлено. Добавляем следующее изображение. Снова Select Files. Так, какого у нас не хватает? Ну, допустим, этого. Выбираю его, нажимаю «Открыть». Сейчас оно у меня загрузится. И также уменьшаем под рамки нашей диаграммы. Так, немножко увеличим. Еще немножко нужно увеличить. Подвинем. Отлично. Итак, в этом видеоуроке мы разобрали, как добавить в презе изображение. А мы увидимся в следующих видео. С вами была Анастасия Владыкина. Пока!